Добрый вечер, дорогие друзья! Начинаем нашу очередную передачу. Убедительно просим увести ваших детей от наших голубых экранов. So we're going, yeah? Hey, how you doing? Better than ever, thank you. Can we communicate in Russian? Without any problem. No problem, okay. Я окей. Тоже окей, то есть будем делать по-русски. Запросто. Как некультурно. Окей, несколько слов. Почему ты по глупости? Ты кто такой? Это закрытый элитный клуб для настоящих путешественников, а не для всяких там с улицы. С чего ты взял, что ты подходишь? Ты уверен? Это мой первый, да. Первый? Самый интересный прыжок в жизни. Серьезно? Да. Ну класс, ну будем надеяться. Второго первого у тебя больше не будет. А я передумал. Да, а может быть найдем автобус или еще что-нибудь? Перестань, поздно отступать. На тебя смотрит дама. Ладно, да. Да, конечно. Вот это характер. Окей, у нас почти нету времени. Ладно, ты принят. Влезай на борт. Разве на таком моторе можно летать? Ой, слушай, что ты мне вдруг так домой захотелось? Скажи мне, милый ребенок, в каком ухе у меня жужжит? В левом. А вот и не угадал, у меня жужжит в обоих ухах. Внести данные бортовой журнал! Эй! Что, что? Что-то, ничего. Летим. All right, we're gonna do some skydiving. We're gonna do it. It's gonna be fun. It's gonna be extreme. Yeah. А мы тут, знаете, все плюшками балуемся. Назад! Это просто. Расплюнуть. Толчок, отрыв, полет. Все, давай. Ой, стой, погоди. Правая, левая. Давай, голубчик, ты сможешь. Я смогу. Нет, я не могу. Я понял твой намек, но что же я могу сделать для тебя? Спаси меня! О, это мысль, да. Но не маловато ли будет? Я не хочу тебя обманывать. Спаси! Нет, мы все сделаем! Спаси меня! Я прошу тебя! Я умер? Нет! Мы еще живы! Ура! Ты летишь? Почти! На шею не дави! На шею не дави! Супер! Вау, это нечто! Я
белок. Ненавижу. Стоит сделать даже второй раз, а? Конечно, ты что? Первого, второй раз не бывает. Первый раз впечатление самое яркое. Вау, я никогда не летал с такой скоростью. Это сколько, 120 миль в час мы летели вниз? 200 километров. Супер, вот это да. Голубчик, ты летишь! Да! Вау! Я лечу! Действительно лечу! Я не страус! Ты хоть что-то чувствуешь? Да! Я чувствую. Простите, Вась, можно тут приземлиться? Мне срочно нужна заправка. Торт со взбитыми сливками подойдет. А торта-то, это, наверное, нету. Ты что, с ума сошел? Дорогой друг, прилетайте издалека на минуточку, а у вас нет торта. Ну-ну. И как это было? Понравилось? Усраться. Ну или почти. Не надо, потому что бывает. Но я сегодня был с новым памперсом, так что прошло нормально. Продолжаем разговор. Как тебя зовут? Теперь ты в моем клубе. Он улетел, но он обещал вернуться. Милый.